Начинаем выпуск с информации с полей. Уборка зерновых и зернобобовых культур в Лидском районе практически завершена. Нескошенными остаются 3% площадей. Это чуть более 400 гектаров озимой ржи, яровых пшениц и ячменя и зернобобовых, а также 180 гектаров проса и гречихи. Сегодня Лидский каравай весит более 44 тысяч тонн зерна. В хозяйствах нашего региона работают 10 экипажей комбайнеров-тысячников, 10 водителей-тысячников и 2 водителя-двухтысячника.